И с вами я, искатель игрушек, и сегодня я покажу вам, как установить Sony Vegas Pro. Сразу русскую, сразу крякнутую. Здесь ее можно, она сразу крякнутая, сразу русская, все окей, то есть в ней. Вы нажимаете скачать торрент файл, ссылка на данный сайт будет под описанием. Вот она у меня скачалась, вот буквально только что. Нажимаем далее. Здесь у нас вот появляется такое окошко. Здесь у нас... Надо почитать, наверное. Убедитесь, что программа не запущена. Установите программу, убедитесь, что файлы и запустите Keygen. Запустите от имени администратора. Или только друг, если хотите зарегистрироваться в Vegas Pro. Выберите продукт, указайте папку. Программу нажать патч. Указать. Запускаем программу, копируем номер. Короче, ладно. Вот это все оставим. Это нам пока что не нужно. Нам хотя бы надо установить сейчас этот Vegas Pro. Вот, X64. Нажимаем далее. Вот этого вот не нажимаем. Нажимаем далее. И вот тут он у нас он качается. У меня он качается очень быстро, как видите. У вас, может, чуть помедленнее он будет качаться, я точно не знаю. Но просто я вот смотрел, как его устанавливают, и вот... Как бы у всех ужасно долго было, вот у меня почему-то быстро, не знаю, может из-за компьютера. И вот это вот установщик Windows у них тоже очень долго шло. Я даже не знаю почему, но сейчас посмотрим. Может у меня тоже такая же проблема будет, то что долго будет идти. Все говорили из-за съемных программ, то есть когда ты снимаешь, и вот эта программа идет. Мне кажется, вы просто, пацаны, не скрывайте, что у вас отсталые компы. Так. Пусть загружается. А это что здесь написано? Русско-английский. Лицензия проведена патч МП. Вырезана справка, кроме этого. Русская не было изначально. Ключи командной строки. Тихая установка. Короче, пипец полный. Видите, как она чисто уже крякнутая. Тем, у кого 64X, полностью повезло. Если вы будете устанавливать для 84-й версии, то вам придется установить ее и потом нажать на патч. Вот такой ген. Там выбрать, нажать на патч и выбрать, куда вы засунулись, установили Sony Vegas Pro. И там нажать ОК. И тогда у вас только крякнется это все и все. То есть вам придется чуть подольше это все делать. Но все-таки... У меня здесь тихая установка русского, то есть... Но я думаю, программа сама будет сразу русская. О боже, а где она? Что-то мне как-то нехорошо. А, она уже установилась, походу. Что-то непонятно, она устанавливается. Вот это вот тоже, я думаю, что у вас она будет долго идти. Потому что, как видите, у меня она вообще стоит на месте. Короче, пипец полный. Грузись, грузись, грузись. И больше не ленись. Что тут у меня еще устанавливал? А, и 10-ю версию устанавливал. Ну, конечно же, 11-я версия нужна для спецэффектов. Сейчас я расскажу вам немножечко, чем поменялась Sony Vegas Pro от 11-й. То есть тут добавили больше, намного больше функций, всяких доборов и так далее. То есть титры добавили, чтобы сзади, знаете, как идет, такие вы там что-то... Всем пока. И в роли участвовали, и идет как бы вниз титры. Вот это добавили, всякие переходы новые добавили и так далее. Так, грузись. Так, все, вот она скачалась. Как вы видите, она у нас... что это тут написано? Я точно не знаю. Ну, что-то типа крякнуто, наверное. Ну, она у нас крякнута, то есть не выходит такое окошко, чтобы купить ее и все такое. Она у нас сразу все крякнута. Написано без названия, немного тупо, но все-таки, хоть никак, но нормально. Вот тут у нас есть, если вниз перелистать, генератор мультимедий. То есть вот они у нас. Где тут OFS, то есть дети, титры и тексты. Шух, вот видите, как все довольно прикольно. Чик-чик-чик-чик. Вот так вот.
Прикольно, правда? Шахматная доска. Я не знаю точно, но я тут ни в чем почти не разобрался. Так, тут текстовая шум. Текстовый шум, то есть. Текстовый образец. О, прикольненько. Тексты можно поменять. Ну, чтобы, знаете, как не скучное было, а нормальное такое, прикольненькое. Ладно, с вами был я. Ладно, всем пока.